Друзья, привет! Меня зовут Александра. Я менеджер по продажам туристической компании «Курорт Эксперт». Мы приехали в Крис, и сегодня мы расскажем вам всю полезную и интересную информацию о санатории «Мисс Хор». Мисс Хор – это круглогодичный клинический санаторий. Уникальное географическое положение между чередой Крымских гор и парковой зоны на побережье Черного моря. Самая крупная лечебно-диагностическая база на Южном берегу. 276 солнечных дней в году. Санаторий окружает более 20 гектар Мисхорского парка. Детская анимация, мастер-классы, творческие и зажигательные вечера, экскурсии по самым впечатляющим маршрутам полуострова. Мисхор – это достояние сети санаториев курорта Крыма, территория здоровья и ярких впечатлений. Вы можете приобрести путевку в санаторий Мисхор онлайн на нашем сайте курортэксперт.ру. Санаторий Мисс Хор специализируется на профилактике и лечении заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, опорно-двигательного аппарата. В санатории работают специалисты высокого уровня, которые применяют все свои силы и знания для решения проблем, связанных с вашим здоровьем. 80% врачей имеют высшую квалификационную категорию. В санатории есть несколько программ лечения и отдыха, а именно лечебная программа для взрослых, программа классическая санаторная, программа оздоровительная, лечебная программа для детей с 4 лет.
санатории есть большой бассейн с морской водой, в котором размещены установки для гидромассажа и душа, оказывающие воздействие на разные группы мышц. Бассейн имеет оригинальную конструкцию, он расширен круглым тоннелем, который позволяет совершать небольшие заплывы. В санатории есть три спальных корпуса. Корпус 1 и 2 – это 10-этажное здание с лифтом, расположенное в 150 метрах от моря и в 700 метрах от поликлиники. Корпуса соединены между собой крытым переходом, позволяющим мне, выходя на улицу, попасть в столовую, клуб, административный корпус. Корпус номер 3 – это отдельно стоящее здание, расположенное не на основной территории санатория, но вблизи поликлиники. Номера выполнены в светлых, приятных тонах и оборудованы всем необходимым для комфортного пребывания. Из каждого номера открывается прекрасный вид на море, гору Ай-Петри или парк Мисс Хор. Отпуск на полуострове сложно представить без посещения его многочисленных интересных мест, таких как Ласточкино гнездо, без привлечения, считающееся символом Крыма, известное далеко за пределами полуострова, сказочный замок на самом краю скалы, Воронцовский дворец, который по праву считается одной из жемчужин Крыма, гора Ай-Петри, с которой вы можете полюбоваться живописными видами с высоты птичьего полета. Одна из красивейших и спокойных мест Крыма – Балаклавская бухта, древний город крепость Чуфут-Кале, средневековая генуэзская крепость, возвышающаяся над Судаком, Евпатория, древнейший город, удачно сочетающий в себе прошлое и современность. На этом наша экскурсия по санаторию Мисс Хор подошла к концу. С вами была Александра, менеджер по продажам туристической компании «Курорт Эксперт». Хорошего вам отдыха! Бронируйте путевку в санаторий Мисс Хор онлайн на нашем сайте курортэксперт.ру.